Давайте мы с вами предположим, что домовые – реальность, и что это гости из параллельного мира. Тогда сразу же возникает масса вопросов. Случайно ли попадают они в наш мир, или сознательно тянутся к человеческому жилью? Что притягивает их в одни дома и отталкивает от других? Что их держит в нашем мире? Не хотят уходить сами или не могут выбраться? Так какой же он, этот загадочный дедушка? Домовой, кутный бог. У славянских народов домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей и животных. Домовой не боится молитвы, не поддержан действий изгоняющих обрядов. Даже петушиный крик, которого боится вся нечистая сила, ему не страшен. Кто же ест домовой? Кормить это астральное существо надо в прямом смысле слова, но поглощает он не саму еду, а ее энергетику. Питается он аурой воды и в основном аурой мучных изделий. Оставили вы батюшке домового свежего хлеба на столе, а на утро ломоть уже обветрится, потемнеет, станет безвкусным, и есть его уже нельзя. Но, ставя еду, обязательно скажите, что это для него. Никогда не забывайте об именинах домового, которые приходятся в ночь с 10 на 11 февраля. Если в этот день вы не поставите ему угощение, он обидится и не будет помогать вам целый год. Домовой телепат. Все, что вам нужно, вы узнаете во сне. Почему во сне? Домовой — это дух. Он может проникнуть в сновидение и сообщить хозяевам свое имя. И если вам потребуется потом его помощь, трижды повторите про себя его имя.